Летний период в жизни детей – время восстановления сил после учебного года и творческих открытий. Сотрудники Центра культуры и молодежной политики активно вовлекают ребят в творческий досуг. Они придумывают различные по содержанию конкурсы, проводят викторины и беседы в игровой форме. И главная задача для взрослых – чтобы дети могли проявить себя и им было комфортно и интересно. В этот раз встреча была посвящена толерантности между людьми. Беседу под названием «Всем есть место на этой планете» провела заведующая отделом по работе с детьми Мария Рвачева. Сейчас в современном мире одним из приоритетных задач, которые ставит государство в деле воспитания подрастающего поколения, это борьба с экстремизмом и ксенофобией. И вот сегодня мы постарались в игровой форме показать ребятам, как им необходимо уважительно относиться друг к другу, как необходимо доверять друг другу, выражать доброту по отношению друг к другу, независимо от национальности, от социального статуса. Ребята выполняли увлекательные задания. Например, каждый должен был сказать своему другу комплимент и дать дружеский совет. Были затронуты вопросы, как правильно знакомиться, разговаривать со старшими, относиться к животным. Очень нравится, кто-то учит добру, но что нельзя делать, что можно делать. Это очень интересно. Мне это поможет, чтобы общаться с одноклассниками, на работе. Я узнала много нового о том, много новых слов добрых. То, что у меня появилось здесь очень много друзей, и с ними очень дружно играть, веселиться и танцевать. В конце мероприятия ребята нарисовали на бумаге улыбки и подарили их друг другу.